Хочу уточнить. Ты ведь не собираешься менять прошлое с помощью норм? Я не стал бы просить их изменить прошлое. Я хочу только ответов. Это, насколько я знаю, само по себе весьма опасно. Еще один лагерь налетчиков. Кратос, с ними нужно что-то делать. Осторожнее! Кратос!
Ты горишь! Алка! Пройдет! Враги слева! Стреляю! Это был последний. Смотри. Почему они скулят? Бедняжки. Они чуют опасность. Волки боятся того, что уже не может им навредить. Ужасы прошлого порой накрепко связаны с настоящим. Ты-то должен это понять. Как странно. Я никогда не видела этого здания. Да, очень даже странно. Давай подойдем ближе. У нас нет нужного снаряжения. Печати тут не сработает. Берегись, сзади! Этот щит, заваливший вход, выглядит в точности, как щит со статуей Тюра. Очередной кусок статуи Тюра, отлетевший за озеро. Видимо, в итоге застрял в этом здании. Наверное, оно было спрятано подо льдом, а щит его разбил.
Но туда не пройти, этот щит мешает. Стрелы печати тут не сработают. Должен быть какой-то способ сдвинуть этот щит. Стрелы печати тут не сработают. По-моему, грубая сила здесь не нужна. Торопись, брат! Наповал!
бесплотные! Может, мои стрелы? Посмотри. Прекрасно. Осталось только открыть ворота. Стрелы печати помогут нам их заморозить. Стрелы печати тут не сработают. Thank you.
Тебе нужно успеть проскочить в ворота. Нарочно. Ну, конечно. Мои стрелы, увы, не летают сквозь стены. Это эмблема Фьотурлунда. Фьотурлунда, говоришь? Это же родина Сигрун. Хранилище, конечно же, заперто. Значит, поищу ключи. Как держать, брат? Thank you.
Ты сначала хочешь сделать что-то другое? К вашим услугам. Сувениры из дальних стран? И тут кровь везде. Спасибо. Рад облегчить ношу. Очищу инструменты. Что для Фреи? Кратос? Разожгу печь. Носи с гордостью. Пожалуй, это лучшее, что я за сегодня сделал. Хорошо. А королеве Валькирий? Так что нужно? Что-то для Фреи? Надеюсь, вам подходит? Что тебе нужно? Что для Фреи? А у паренька-то твоего силёнок прибавилось. Может, он и уродина какую стенку разворотит. А, ладно. Давай вернемся к твоим волкам и попробуем найти Нор. Смотри, там какие-то обломки. Наверное, от статуи Тюра. Защищай мир. Я помню, как йотуны делали эти браслеты для статуи Тюра. Для этой работы отбирали самых искусных и опытных мастеров. Отличная память, Фрея.
Как и Тюр, йотуны верили, что лучшее нападение — это хорошая защита. Вот так они решили воздать ему честь. Великаны были правы. Oh!
Как решишь продолжить поиски, вернемся к Саню. У меня есть все. Нужно что-то конкретное? Как Атрей мог попасть в Асгард? Извини, но с этим вопросом к Одину. Он ведает обо всех. Ну, увидимся.
Если ты готов искать Норн, давай вернемся к саням. Пока что отложим поиски Норн. Вернемся к волкам. Посмотрим, смогут ли они отыскать Норн. Еще одна метка. Как та в сокровищнице. Да, видно, эта застава принадлежала к царству Сигрун, первый оплот на новой земле. Все, что осталось от Фьодургона. Сигрун рассказывала, что выросла среди этих людей. Наверняка должен быть другой путь.
Осторожно, сзади! Сзади! Сигрун оставила богатство и власть, чтобы следовать благородным путем Валькирии. Ты возносишь ее на пьедестал. Так для этого они и нужны, разве нет? Чтобы возносить доблестных. Как скажешь. Вторая лестница. Используй щит!
Железный мир лучше Золотой войны. Тюр часто говорил о том, что никакие победы не стоят потерь на войне. Он считал своим долгом избегать ее. И до сих пор избегает. Аута!
Вон те руны как-то помогут. О, артефакт из речного царства. Я там не был, но говорят, там славно. Что? Нет, она не упоминала. Кратос, я вижу ключ. Может быть, он от того хранилища? Вот это правда похоже на ключ от сокровищницы. Он сломан. Нет, просто разделен пополам. Может, мы найдем вторую половинку?